Сотрудникам отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уголовного розыска МВД России по городу Череповцу поступила информация о том, что хозяйка одной из квартир дома по улице Бардина предоставляет свою жилплощадь знакомым для изготовления и употребления наркотических и психотропных веществ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке бойцов ОМОН задержали череповчанку 92-го года рождения, находившуюся в состоянии наркотического опьянения, и двух ее друзей в возрасте 33 и 35 лет, которые подтвердили, что их знакомая предоставляет свое жилище в качестве наркопритона. В результате осмотра квартиры подозреваемые оперативники обнаружили использованные шприцы, приспособления для изготовления наркотиков с остатками препарата, а также бутылки с веществом бурого цвета. Проведенное исследование показало, что изъятым является наркотическое вещество дезаморфин массой более 0,8 грамма. В отношении хозяйки квартиры возбуждено два уголовных дела за изготовление и хранение наркотических веществ, а также организацию содержания притона. В настоящее время 23-летняя череповчанка заключена под стражу.